Всем привет, с вами Савинишка. В этом видео я покажу вам, как можно попасть в VIP-комнату в Adopt Me абсолютно бесплатно и, как всегда, без особых заморочек. А перед началом видео я хочу разыграть 200 робуксов. 4 человека, каждый получит по 50 робуксов. Что нужно сделать для участия? Первое, подписаться на мой канал. Второе, поставить лайк этому видео. Третье, написать в комментарии свой ник. И четвертое, вступить в мой телеграм-канал, ссылка на который будет в описании. Итак, для начала вам нужен человек, у которого есть доступ к VIP-комнате. Если у вас нет такого человека, то не спешите расстраиваться и выключать это видео. Его можно спокойно найти. Например, в Дискорде, в Телеграме, либо просто на просторах Роблокса. Например, вы можете найти такого человека даже у меня в Дискорде и в Телеграме. Итак, для того, чтобы попасть в VIP-комнату, вам нужно для начала превратиться в малыша. После того, как вы это сделали, вас должны взять на руки и отнести в саму VIP-комнату. Вы без проблем зайдете и сможете по ней бегать, как бы гулять, рассматривать, что тут в принципе есть, садиться на разные места, но единственный минус – вы не сможете никак взаимодействовать. То есть вы не сможете покупать яйца, еду и так далее. Однако вы сможете просто бегать по VIP-комнате и рассматривать ее. Ну а на этом видео подходит к концу. Если оно вам помогло, вы можете поставить ваш лайк и подписаться на мой канал. Всем удачи, всем пока!